Сталин откроет врата и уронит словечко вдогон. И погода сегодня не та, и не тот на перроне вагон. Я пожитки сложил в рюкзачок, закурил, попрощался с братвой, через левое плюнул плечо и потопал короткой тропой. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая, это лучший мой апрель за 15 лет. И все дальше высокий забор, я от счастья губу прикусил и представил, как въеду во двор на знакомом до боли такси. На этаж поднимусь не спеша, позвоню, дверь откроется, и на пороге родная душа, мать-старушка в платочке стоит. Белый, белый, белый снег по весне растаял, и мелодию капель мне играет вслед. Белый, белый, белый свет, камера пустая, это лучший мой апрель за 15 лет. Thank you.
мамуль. Прости меня. Прости. Я больше никогда туда не вернусь. А что, остальные проверять не будем? А что проверять? Партия-то одна, креативы тратите. Сколько денег мы в дым пустили, а? О чем ты говоришь? Ты знаешь, что стоит за этими пачками? А? Это слезы матерей. Это разбитые судьбы молодых ребят, которые в силу своей юности не могут отличить добра от зла и гибнут сотнями, тысячами. Ты вот о деньгах подумал. А я о количестве доз, которые больше никогда не найдут своих жертв. Да ладно, чего вы? Я ж пошутил. Покопаешься с моё в этом дерьме, так шутить не будешь. Золотом покрыты купола, и малец послушник ли. Серый, брат, ты прости, что я тебя сразу не встретил. У меня тут такая движуха. Да ладно, не заблудился. Послушай, изменилось все. Да, Серый, 7 лет, как будто все вчера было. Да нет, корень, не вчера. Да, спасибо, что маме помогал, спасибо, что не забыл. Серый, ты чё? Ты за что благодаришь? За то, что всё на себя взял. Ведь мог колонуться? Или ты думаешь, я не знаю, как тебя менты прессовали? Тебя хотели раньше вытащить, но у тебя статья тяжкая, сам понимаешь, тут полсрока как ни крути. А помощь, что помощь тут? Пацаны из общего кое-что присылали. Брат, слушай, как я рад, что ты на свободе. Серый, давай-ка замочим это дело, а? В усмерть замочим, а, Серый? Серый, давай, давай выпьем за тебя, за твое возвращение, давай. Ну что, рассказывай,
как мы назовем будет? Да по-разному. Ты знаешь, поначалу крыша ехала, думал, конца срока не дождусь. А потом старый бор вразумил. Говорит, не бери до головы то, что не можешь изменить. Живой пайка есть, дождь на башку не капает. Ну, прими судьбу, не рви душу. Хотя ты знаешь, зону людей проверяют. И тех, кто здесь остался, и тех, кто там. Вот ты, корень. Я в тебе был уверен. Всегда. А других забывают, предают. Сер, да ты что говоришь такое? Да если б я тебя предал, как бы я жил потом, а? Слушай, чем мы все о грустном? Как ты здесь? Слушай, Серый, клубешник этот настоящий клондайк. Золотое дно. Хозяин князь. Ну и я в доле. Кстати, половина твоя. Так что давай, покантуйся недельку, потом я тебя работой загружу под самую. Только будешь успевать лавы по лопатникам раскрыть. Я пас. Не понял. Да, долго объяснять. Ты уж объясни. На море рвануть хочу. Ну так это само собой, там отдохнуть, расслабиться, естественно. Нет, ты не понял. Конечно, да. Я надолго, навсегда. Ты чё? Тут рук не хватает. Ты чего думал, что ты мутишь? Серый, какое море? Да есть темка одна. Ты понимаешь, пацан со мной один челец. Ну, на воле у него... Он яхтами занимался. Uh-huh. И у него под Новороссийском... Эллинг. А закрыли его по перебивке номеров. Ну, я ему пару раз помог. Он в долгу не остался, откинулся, предложил долю в бизнесе. Море, яхты. Новороссийск? В долю? Да. Я ничего-то не понимаю, подожди. Он может подогнать яхту. На круизы за сезон можно им яхту отбить и хлеб с маслом заработать. Нет, подожди, Серый, что-то я не понимаю, какие круизы, какие яхты. Да здесь такие же бабки заработать можешь. Взял деньги, поехал на море. Отдыхай, расслабляйся, тебе пятки будут салом мазать на той же самой яхте. Объясни, в чем прикол этого бизнеса? Прикол? Корень, прикол в море. Ну что, красавица, где живешь? Ну как это без женщин 7 лет? Шеф! Шеф! Ты идешь к принцессе, куда она скажет. Прощай. Ты красивая. Пронзил. Нас с тобой разлучил конвой, что меня на север увозил. Сломанная веточка в руке, у судьбы разлуки с
свой закон. И слеза катилась по щеке, и катился прицепной вагон. Сколько раз спасала от беды, как же мне тебя благодарить за твои заботы и труды. Я молиться буду до зари, будут на меня смотреть со стен лики лакированных икон. Без тебя тюремная постель, у судьбы разлуки свой закон. Твой? Нет, я его арендую. Выкупай, дурак. Справляешься? По-разному. Сейчас продавщица в декрет ушла. Приходится самой за прилавку стоять. А ты как? Когда освободился? Да сегодня утром приехал. Послушай, Марина, я хотел тебе сказать... Что сказать? Все так понятно. Нет, непонятно. Я хотел тебе объяснить. Что объяснить? Ты перестал отвечать на мои письма? Просто так, внезапно. Взял и перестал. Ты что, значит, что передумала? Испугалась? Случилось что? Заболел? Убили? Все. Не хочу больше. Эй, чепушила, дай дорогу, а! Марин, я не знал, сколько я просижу. Если по приговору, то а дождешься ты меня или нет, я тоже не знал. Все решил за меня. Ладно, Сережа, не будем об этом. Тем более, что это не имеет никакого значения. Мариш, можно я тебе позвоню? Я вправду рада была тебя видеть, но звонить не надо. Музыку потише сделай. Люди спят. Хорошо, я понял. Лагерек в кольцо, и с вышки пялится на землю галоген, и ослепляет арестантское лицо. Но я за 10 лет привык к его лучам. Здесь к свету быстро привыкаешь на тюрьме.
вот только что-то по Москве я заскучал. Затасковал я по столичной, по зиме. Но я за 10 лет привык к его лучам. Здесь к свету быстро привыкаешь на тюрьме. Вот только что-то по Москве я заскучал. Затасковал я по столичной, по зиме. Ну здорово, Серый. А я, видишь, пока тебя ждал, мяса приготовил. Хозяин, небось, не баловал разносолами. Да. Ну, за тебя. Ну как, шашлык? Готовлю всегда сам. Мясо – это вообще чисто мужское дело. Никому не доверяю, особенно если готовлю для своих. Главное – никакого уксуса. Лучше вырезка. Соль, перец и все. Мясо знатное, князь. Благодарю. Ты пойми, выдернуть сразу из зоны мы тебя не могли. Не обессудь. Времена сейчас другие. С одной стороны, менты, с другой стороны, черные подпирают. А работать легче не стало. Но ставки повысились многократно. Так что работа тебе найдется. Ты посмотри, что тебе по душе. Он корень у нас в шоу-бизнес ударился. Девочки, танцы, гастроли. А мы с пацанами открыли боксерский клуб. Ну, чтобы шпана по дворам не шарилась, а было у дела. Так что определяйся. Ну что ты молчишь, если обиду какую-то ешь, ну, говори прямо да сейчас. Нет. Все в порядке. Благодарю, что не забыли, что матери помогали. Это не меня, это Корнея благодарю. Это все он организовал. Дело в чем, князь? Я дальше сам хочу. Понимаешь? Сам. Вижу, что решение серьезное. Такие пацаны, как ты, на дороге не валяются. Другого бы не отпустил, но тебя... Это тебе на подъем. Не возьмешь, не пойму. И вот еще что. Один ты теперь. Я за тебя не в ответе. Ариша! Марин, поехали. Еще, поехали. Я просил тебя не звонить. Да я не звоню, Марин. Да подожди, я на работе! Нет, пусти меня! Мне хозяин дал звонок. Я приехал. Сейчас объясню, подожди. Мне замерзшая вода и метели холода не помеха.
шеф, поехали. На ветру фонарь дрожит, только поезд твой бежит с опозданием. И со справкою в руке я погреюсь в кабаке при вокзальном. Успокоится душа, до свидания, кореша, ветер скользом. Автоматчики пышат, и котлы чуть-чуть спешат, все не в пользу. Кумовой рукой махнет, и на волю убаркнет сизый голубь. Ну а молодость нырнет, ну а молодость нырнет камни в прорубь. Я по счету заплачу, я чужого не хочу, мне не надо. Его холодного попил. Да, Мурат? Да я трубу в машине оставил, пока сбегал там. Ну, когда ты меня обрадуешь? Мой отец говорил: если хочешь довести человека до склероза, одолжи ему денег или товар дай. Не я тебя должен радовать, Кориньджан, ты меня. Когда ты меня обрадуешь? Мурат, ты же знаешь, я тебя никогда не подводил. Эй, ты сам сроки назначал, зачем нарушаешь? Я даю тебе 3 дня, Кориньджан. 3 дня, хорошо, да? Потом мне не надо будет. Что же это вы, господин Корнеев, на телефонные звонки не отвечаете, а? Решили в категорию обвиняемых перейти? А зачем сюда пришли? Нас же могут увидеть. А может, мне это и надо, чтобы оживить наши взаимоотношения, так сказать. Ладно, не ссы. У меня все под контролем. А говорят, еще деньги не пахнут. Пахнут еще как. 90 из 100 опытный криминалист определит, кто их держал в последний раз. Продавщица селедки или валютная проститутка. А знаешь почему? Почему? А парфюм у них разный. Короче, мне нужен выход на Мурата. Я Мурата давно не видел. И никаких выходов на него не имею. А чью дурь я в твоем гадюшнике накрыл? Может, князя, а? Слушай внимательно. Выйдешь на Мурата, подкинешь тему. Мол, на синтетику выход имеется. Лаборант на химкомбинате формулу белого китайца пробил. Ну, а дальше Мурат сам поведется. Да вы что? Мне Мурат башку оторвет, я ему еще за последнюю партию торчу. Ну ты мразь, а? Смертью торгуешь, а за свою башку боишься. Скажи спасибо, что на свободе живой, а то вмиг могу все исправить. Понял? Ладно. С товаром я тебе помогу. А ты подумай, как Мурата ко мне подтянуть. Кстати, слышал, я дружка твоего выпустили. Сколько ему там до звонка еще осталось? 7 лет? Слушай, Корень, а не ты ли чаем его с зоны выкупил? Косяк за собой чуешь, решил вину загладить. Надо будет над этим подумать. Родине долги нужно до конца отдавать. Пацана развели на картах, а я его долг закрыл. Мы в это время хотели хозяина подмазать, чтобы разрешил занятие боксом. Парень руки золотые,
Он хозяину старую «Волгу» 21-ю так отшаманил. Не машина, а песня. Ну, потом замполиту, еще. Хозяин дал добро на занятия боксом. А мы с парнем с этим скарифанились. И когда он вышел, переписывались. А сейчас он предложил мне долю в своем бизнесе. Море, яхты, свобода. Поехали, Марин. Да поехали. Ну, полотенце, купальник у тебя уже есть, поехали. Ты сумасшедший. С тобой таким, таким и остался. Сергей, я давно хотела тебя спросить. То, что у вас в газетах писали. Это правда? Что сделано, то сделано. Пацанов своих я бы никогда не поставил. А мать жалко. Ты знаешь, ей срок дали, не мне. Сколько раз я тебя сюда провожал. Мариш. А ты чего замуж не вышла? Анализ показал, что Герыч твой дерьмо полное. Как ты это толкать будешь, я не знаю. Саквояжик-то вернешь, подарок жены. Остальное где? Остальное? Ради чистоты эксперимента, так сказать, пришлось сжечь. А как я с Мурадом рассчитываться буду? А это ты у нас наркодилер. Тебе решать. Что это? Че, мало? Нормальный процент же точно. Нормальный процент? И что, блядь? Зе 5 лет корячился, а? Город от всякой нечисти и падали чистил, чтобы ты, животное, мне нормальный процент предложил. Чего ты хочешь? Чего я хочу? А ты че еще? Не понял, да? Я хочу все. Теперь я хозяин. И кому, что и почем в этом городе, теперь буду решать я. Не знаю. Можешь долю обратно Мурат вернуть, можешь в своем гадюшнике продавать дело твое, но за партию принесешь мне всю сумму. А вот свой нормальный процент можешь заставить себе. А что мне с Муратом делать? Да ладно, корешок, не ссы. Прорвемся. Кстати, что насчет моей просьбы по синтетике?
Далеко ли собрались, гражданин Смирнов? Видимо, забыли условия УДО. Могу напомнить. Я, честно признаться, очень сильно расстроился, когда узнал, что вы на свободе. Что же это типа получается, что вся моя работа коту под хвост, а? Гражданин начальник, а вы по делу ли так, языком потрепать? Так ежели потрепать, времени обрез. Да и желания нет. Я в сказки про перевоспитание преступников слабо верю. И верну тебе за решетку при первой же возможности. Честная пионерская. Я только тебе звонить собирался. Выпьешь что-нибудь? Слушай, Мурат, была небольшая проблемка с товаром, но я все решил, сейчас все окей. Если хочешь, я тебе отдам половину. Твою мать! Ты что на меня смотришь, как баран? Деловой, зачем мне товар? Я сколько времени потерял с тобой? Если послезавтра денег не будет, лучше сам себя кончи. И вот что. Не вздумай мутить. Знаю. Ты подумал, мы уже знаем. Сергей, зачем он здесь? Он не друг. Какие еще могут быть причины? Море ему надо. Мореман хренов. Зачем тебе это море? Посмотри, красота какая. Серый. Здорово. Здорово. Че один, а? Да вот Маринка что-то не хочет меня со своими подругами знакомить. Ха-ха, курочка. Че, на запах приехал? Карин! Слушай, если хочешь, то перекуси, ладно? И слушай, за мясом посмотри, я пойду дровишек соберу. Давай. Знаешь, Корнеев, я тебе, конечно, благодарна, что ты Сергею выйти помог. Но сделай одолжение. Оставь его в покое. А ты что, хочешь пацана под юбку засунуть? Слушай, а не ты ли всю эту чушь ему про море в голову ввела? А ты все хотел, чтобы по-твоему было? Все, как ты решил и запланировал? А если он не хочет с тобой?
Знаешь, что я тебе скажу, подруга? Ты в мужские дела не лезь. А то ведь я не посмотрю, что ты баба моего кореша. И целый вагон бледей ему подгоню. И подкладывать ему буду. Каждый день по новой. И посмотрим потом, когда он на тебе... Так что останусь я, Мариночка, холостяком. Фу. Так, ну что? Ну как вы? Нормально? Да, нормально. Серый, иди сюда. Покажу тебе кое-что. У меня сюрприз для тебя. Ты же сказал, что избавился. Узнаешь? Твой. Для тебя берег серый. На, пальни. А я шмальну. А, серый! А. Не пали, курень. Что случилось, а? Что ты взял? Клуб первое время хорошую прибыль приносил. Потом развелось этих баров, дискотек. Ну, возникла финансовая проблемка. Да еще князь всю выручку забирал, мне ничего не оставалось. Ну, я кредитнулся у черных. А тут менты с налоговой. Нет, ну деньги я вернул. Только вот чурбаны процент затребовали. Вот и грызусь с ними потихоньку. Ладно, разберусь. Поеду осмотрюсь. А потом тебя заберу. Лады. Сереж, о чем вы с Корнем говорили? Ни о чем. Так. Про клуб рассказывал. А что такое? Я что, с другом не могу поговорить? Он тебе не друг. Разве ты сам не видишь? Послушай, ты много женщин в мужской дружбе, понимаешь? Тогда почему он с тобой не сел? Дела, партнер. Я тут машинку в интернете присмотрел. Сейчас, говорят, из штата выгодно везти. Что скажешь? Если я не отдам деньги Мурату, он меня убьет. Ты почему мне портишь настроение? Я с утра в интернете покопался, на таком подъеме была, ты взял и все испоганил. Ты знаешь, я тебя все-таки закрою. От дури опять конфискую. И думаю, ты до зоны не доживешь. Шучу я. С баблом... С баблом все в порядке. Завтра у меня будет. У меня звонок на другой день. Здорово, князь. Алло, Корень. А чё это мне охрана докладывает, что клуб полон, а ты мне кассу собрать не можешь? Может, я что-то знать должен, а? А что это Гурген у тебя там ошивается? А, Мурат?
Он вечеринку хотел у нас сделать на 200 персон. Какая вечерина? Узнаю, что ты там какие-то дела с ним крутишь. Ситуация изменилась. Мне может понадобиться твоя помощь. Что делать надо? Да ничего, ничего особенного. Никакого криминала. Черное прибурели. Перетереть надо кое-что. За спиной постоишь. А что ты князю не скажешь? Он бы разрулил. А что его дергать? По мелочам. Ну ты со мной или как? Да с тобой. Только корень, никакого оружия. Конечно. Да. Я надеюсь, ты не зря отрываешь меня от еды. Да? Хорошо. Где? Хорошо, я буду. Что ты лаешь, масть? Что мне рвешь портки? Что ты слюни рвешь? У меня есть мать. У тебя щенки. Так уйми же свой. Мы еще подождем. Ведь у меня есть мать. У тебя щенки. Это кто? Ты мне не говорил, что приедешь на это? Да ты тоже не сам приехал. Ты, слушай, кончай базарить. Лаве, давай. А это что за сборище еще? А? Корень, кого ты с собой притащил? Где мое бабло? А, бабло? Бабло. Всем надо бабло. Мне, тебе, ему вот тоже бабло надо. А где оно, бабло это? А мы сейчас узнаем, где оно, это бабло. Ха, узнаем, бабло где. Руки, суки! Я должен видеть руки! Что, съели вы? Что, падаль ментовская, а? Хозяином себя возомнил? А ты, Муратик, что ты молчишь? Что ты как баран на меня смотришь, а? Статья 317!
это посягательство на жизнь работника милиции предусматривает наказание в виде смертной казни. Стоять! Стоять! Спокойно, валу на землю! Волыну на землю! Ладно, а ты знаешь, стой, что спокойно. Я с тобой сделаю? Я... Что, сука, съел? Получил, сука? Ты просто кусок дерьма! Серый, ты чё? Он без оружия был. Они ж нас убить хотели, Серый! В машину! В машину! Нет человека, нет проблем. Ты убил, и тебе не простят. Да расслабься, Серый, все кончено. Все только начинается, фраерок. Серый, да не переживай ты. Все будет выглядеть, как будто мент хотел замочить Мурата. Все, они друг друга порешили, все! Ты кому ты собираешься втирать? Людям Мурата или ментам, а? Серый, брат. Да. Серый, да. Нас с тобой никакая сука не возьмет. Мы вместе сила, Серый. Ты знаешь, насколько здесь? Хришок, мы не вместе. Я тебе ничего не должен. Мы квиты. Ну катись, фраер! Марин, собирайся, мы уезжаем. В новостях говорили о стрельбе. Это ведь ты? Да? Это ты? Ты не изменился. Мариша. Ты такой же, как и был. Мариша, нам надо ехать. Марин, нам надо... Я никуда с тобой Мариша, не поеду! Мариша, Мариша, послушай. Послушай меня, помоги! Мариша, ты должна поверить мне, пожалуйста, поверить мне, я ни в чем не виноват. Подвезти? Гражданин Смирнов. Я лучше пешком. Лучше будет, если мы вас все-таки подвезем. Садитесь в машину. Вот ведь какая история. Средь бела дня. 4 трупа. Один из них сотрудник милиции. Вы случайно ничего не слышали? Ничего не слышал. Телевизор не смотрю, газет не покупаю. Не знаю, не был, не помню. Знакомо. Ну читать-то вы хоть умеете? И что это? Документы, которые не фигурировали в вашем уголовном деле. Они были изъяты в интересах следствия. А конкретней, это показания гражданина Корнеева, из которых видно, что 7 лет назад вас и вашу бригаду сдал именно он. Корнеев стукач. Стукач со стажем. И работал он на Кизикова, погибшего сегодня на шоссе. Связь улавливаете? Даже скажу вам больше, мы давно следили за этой парочкой, но не брали, потому что нам нужно было выявить их связи с работниками криминалистической лаборатории, подозреваемых в изготовлении синтетического метамфетамина. Одного не понимаю, зачем вы мне это все рассказываете? А? А затем,
что мне нужен Корнеев. Вы ошиблись, я не по этой части. Да ладно, ты мне целку тут не разыгрывай. Я уверен, что сегодняшняя разборка на шоссе – это дело рук твоих и Корня. У него у одного такое замутить, кишка тонка. А посему жизнь твоя гроша ломаного не стоит. Тебя либо зверьки прибьют, либо я закрою. Так что выход у тебя один. Ты сдаешь мне Корня, а я тебя делаю свидетелем. Или же мы сами возьмем Корня, выкрутим ему яйца, а он, естественно, нам сдаст тебя. Но вот тогда ты уже получишь по полной. Если, конечно, раньше в деревянный клифт не впрыгнешь. Выбирай. Ладно, иди. Но помни, ты труп. Поехали в отдел. Поехали обратно в город. Марина, скоро, подожди меня здесь. Это я. Тюрягу посадил. Ты что, забыл? Ты крутил за спиной у князя дурью. Кто об этом знал? Слушай, ты на что намекаешь? Ты знаешь. Ну давай, Корень. Скажи мне, что ты не сука. Давай. Слышь, Сера, да пошел ты со своим кодексом чести, а? Скажи мне, что ты не сука. Да! Это я тебя сдал. Ты это хотел услышать? А что мне оставалось делать? Сесть вместе с тобой, да? А кто бы тогда о матери твоей позаботился? Кто бы тебя из тюрьмы вытащил? Кто? Ты думаешь, мне здесь легко было? Дерьмо вон там слезет. Чего? Когда придут люди Мурата, жить будешь, пока они наркоту не найдут. Судьба разбита, я в дугу. Закрыта на засов железный. Я от нее не побегу. Да потому что бесполезно. Иголки не найти в стогу. Всегда учил отец, скажи, мам, не пожелаю я врагу.
15 строгого режима. Об этом, когда мне в клеточку заря, я отгулял положенное лето, я ничего не делал зря, судьба разбитая в дугу, закрыта на засов железный. Я от нее не побегу, да потому что бесполезно. Иголки не найти в стогу, всегда учил отец, скажи, мам. Не пожелаю я врагу 15 строгого режима. Бог дал, Бог взял, никто не скажет лучше. Жизнь разберется, что к чему. Июль сиял, и вот на небе тучи. И вот опять иду в тюрьму. Судьба разбитая в дугу. Пошли с позаранку.
дай нам, Господи, как говорят. На свиданку, на свиданку. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку пылим в лагеря. На свиданку, на свиданку, на свиданку. На свиданку, на свиданку.